слово «линия», сделанные карточки из его букв, и стали их переставлять. Сколько, в принципе, может получиться разных слов? Слов. А существующих? Другая задача. Скорее существующих. Мама. Следующая задача. Код. Следующая задача. Наполеона. Ненавистничество. Что? Откуда такой случай? Да, случайно терпеть можно только. Наполеона. Ненавистничество. Вот. Это одно из самых длинных русских слов, которые вообще есть. В этом смысле немецкий язык совсем замечательный, знаете, да? Там, очень любят. Там легко можно почти все что угодно объединять в одно слово. Вот. Ну, давайте еще добавим какое-нибудь слово. Например... Ток. Не, не хочу. Кашалот. Кашалот. Это вид китов. Ну, я знаю. Вот. Давайте еще какое-нибудь слово добавим. Например, ли. Я. Ли. Это имя. Вот, да. Ну, давайте еще напишем Саша. И давайте напишем Петя. Это я никого не знаю. Это мой одноклассник. А в чем Петя? Вася? Вася. И это мой одноклассник. Вася. Вот. Вася. Так. Два Вася. И мотор. В машине. Это же аналогичная линия, мотор. Совершенно понятно, что в принципе сколько слов, столько можно писать этих задач. Поэтому, если вы в принципе поймете, там, как решается вот это, то вы поймете и все остальное. Да? Вот. Если мы вначале будем игнорировать то, что у нас две буквы И, тогда у нас получается 5 на 4, на 3, на 2, на 1. Называется 5 факториалов. Да, 5 факториалов. Да. Делите на 2, потому что из каждой конфигурации можно просто поменять местами букву И. Поняли? Отлично. Это будет 4. У Лилии это тоже 5 факториалов, но здесь у нас пара букв И и пара букв В, то есть на 4. Молодец, на 2 2, да. Это будет 5 и на 2. Ну, то есть сколько? 30. Ну, 30, конечно. 60 пополам на 30, да. А то тоже 50, он такой же. Ну, напишите, напишите уже. Да, ответ 60. Интереснее Вася. Вася – это 4 факториала. Конечно. 24. Саша. Саша – это 4 факториала делить на 2. Все понимают? Да. Да. Так, кашалот. 7 факториал делить на 2. Молодцы. 7 факториал. Потому что там всего лишь две буквы одинаковые. По сути, там количество букв, и вы это все повторяете. 7 вверх, да? А я помню. Сейчас. 6 факториал – это 720. 7 факториал – это 5040. Пополам сколько будет? 2520. 2520, да. 2520, отлично. Вот это 3 факториала, мама. Ну, на 2 2, да. 6, отлично. И как только мы это напишем, у нас все будет рассказывать, как это делается. Надо найти, который повторяется. Нет, секунду, надо взять тряпку. Надо взять тряпку. Написать, смотрите всю правую доску вообще. Вот, написать букву N, после этого стирать буквы N, подсчитывать и рядом с буквой N написать сколько штук. Класс. Согласитесь, что это легко? Да. Отлично, работаем. Ручка, так, а зачем мы все это делаем? Итак, тряпку, значит, пишем букву N. Берете тряпку. И теперь главное не запутаться, считать. Так. Поехали. Раз. А, это как два. Первый. Почему два? Ну, первое. Нет, ушки. Стираем все буквы N. А. Раз, два. Три, четыре. Да. Пять.
5 штук. Ну не надо умножить, просто 5. Напиши 5 и все. Без крестика. Тогда проще. Отлично. Пошли в букву А. Один, два, еще два. П сколько? Один. Так и пишем один. О. Раз, два, три. Четыре. Да, четыре буквы. Один. Да. Е. Две. Две штуки стирайте. И две. С две. Т две. Нет, уж стирайте. Буква С две, буква Т две и буква Ч одна. Так, а вот теперь вы должны написать окончательную форму. Господа, как это делать? Во-первых, надо посчитать, сколько там всего будет. 25. Надо написать 25 факториал. Делить на 5 факториал. Так пишите. 5 факториал. А почему? 2. Ну, 2 факториал плюс 2. 2. 1 не надо писать. 4 факториал. Пишите, потому что нужно 4 факториал. 1 не надо писать. 3 факториал. 2 факториала. 2. 2. Да. 2. 2. Отлично. Ну, теперь давайте смотреть, умеет ли человечество это подсчитывать. Ну, калькулятор. Калькулятор, скорее всего, умеет. Единственное, боюсь, что у него это выйдет за пределы того, что он умеет показывать наш калькулятор. Не, у меня не выйдет. Вот. Правильный способ, ребята, в таких ситуациях ни в коем случае не надо пользоваться своим телефоном. Надо входить на сайт wolframalpha.com. Там прямо пишите вот такое выражение, прямо так пишите. 25 факториалов, там деление касается чего-то, сколько открывает, понимаете, да? Умножить. И он вам... Поняли? Да. Поняли, молодцы.